Приветствуем на YouTube-канале «Вести с грядки». В предыдущем ролике мы рассказали о том, какие овощные культуры можно сеять на рассаду уже в январе. Сейчас же пойдет речь о цветах. Выбираем те, у которых срок от посева до начала цветения 130-180 дней. В эту группу попадают как однолетние, так и многолетние неторопливые растения. Посадив их семена до конца января, в крайнем случае в начале февраля, можно увидеть цветы уже в июне. А многолетники в этом случае большая вероятность зацветут в первый же год. Начнем с однолетников. Антиринум большой, или более привычное название львиный зев, имеет огромное количество сортов различных окрасок. Есть карликовые, махровые. Он интересен и в цветниках, и в букетах. Вербена гибридная, нетребовательна, хорошо разрастается, светолюбива, достаточно холодостойка и засухоустойчива. При хорошем уходе цветет до заморозков. Как правило, в цветниках и контейнерах вербену размещают в комбинациях с другими растениями. Лобелия – еще один великолепный однолетник с богатым разнообразием сортов. Есть не только низкорослые компактные, но и ампельные формы. Красавицу-бегонию на рассаду тоже можно сеять в январе. Цветение наступит через 4-5 месяцев после появления всходов. Ремарка – есть и однолетние, и многолетние сорта. Гайлардия остистая. На юге России ее также называют панской ромашкой. Цветет с середины июля и до поздних заморозков. Была замечена в цветниках различных стилей. Гвоздика садовая, роскошный многолетник, представлен самыми разнообразными сортами с малоцветковыми соцветиями. Большинство из них гибридного происхождения. Махровые известны под названием гвоздики шабо. Гелениум осенний – это очень светолюбивое растение, предпочитает плодородную почву. Некоторые сорта гелениума, что интересно, не нуждаются в подкормке, иначе может произойти его неконтролируемое разрастание. Дельфиниум гибридные тоже можно сеять в январе, каких только нет расцветок. Обязательно загляните в наш интернет-магазин «Грядка Маркет» и убедитесь сами. Колокольчик карпатский, очаровательный и неприхотливый, цветет долго и на любых почвах, за это его и любят дачники. Посев колокольчика на рассаду не требует особых навыков. Ему подходит магазинный субстрат и любые емкости. Кальциолярия морщинистая, экстравагантный многолетник, цветет без передышки с мая по сентябрь. Далее импозантный голубой мак. Меканопсис цветет в июне-июле, но готовиться к этому начинает еще в январе, медленно давая всходы и неторопливо развиваясь. Молочай многоцветковый. Весной всходит туго, поэтому не откладывайте, сейте прямо сейчас. И выставляйте контейнеры на улицу. После воздействия холода семена прорастут дружнее. Это пеларгония, незаменимая в летнем оформлении дачи, балкона, террасы. Сеять на рассаду мы советовали ее еще в декабре, но и в январе тоже не поздно. А еще виола, аквилегия, эхиноцея, примула и многие другие, всех не перечислишь. Ах да, чуть не забыли, эустома и лаванда тоже в этом списке. По этим цветам на YouTube-канале «Вести с грядки» есть пошаговые инструкции выращивания из семян. Подписывайтесь, жмите колокольчик и не забывайте ставить лайки.